Вот он, Оливер Кромвель, со своей женой. У них была куча детей. Тот самый такой мелкий помещик, который стал депутатом английского парламента в 17 веке, сверг, можно сказать, короля с престола. Даже мог самому себе корону надеть, но решил не одевать. Преследовал католиков жестоко, жестоко, жестоко. Умер от малярии, и его труп потом вытащили из могилы, расчленили, а голову повесили на зидание, чтобы другим неповадно было. Вот он. После вступительного фильма я вхожу в дом. Это настоящий дом, где Оливер Кромвель жил в 17 веке. Пока я буду здесь ходить, вы знаете, что я люблю, обожаю такие дома. Я буду рассказывать вам о жизни этого человека, которого в Англии или любят, или ненавидят. Вот пока мы видим, что ели в Англии в 17 веке. Не так уж и плохо. Ели вот это вот угорь, пирог. Тут меня сопровождают 4 английских подружки. Не мои, а не подружки между собой, которые не знают, как пользоваться аудиогидом. Нам тут дали такой вот маленький аудиогид. Вот, но я предпочитаю все читать. Оливер Кромвель родился недалеко отсюда, в самом конце 16 века. А в этот дом он приехал с женой и со всем своим многодетным семейством. Вот так же было шумно, когда ему было 37 лет. И он был просто депутатом английского парламента от Кембриджа. Так, пошли по лестнице. В ту эпоху в Англии правил очередной король, Карл I, который решил восстановить абсолютную монархию. Вот также он правил Шотландии. И не хотел, скажем так, делиться властью с парламентом. В Шотландии, в принципе, как-то депутаты это приняли, а в Англии не хотели. Вот к тому же король женился на француженке, а она была католичкой, что абсолютно не понравилось местным протестантам. И вот сейчас покажу, как называются протестанты в Англии. Вот это слово «пуритан». Это вот пуритане, протестанты, они жили просто, вот это вот типичная их одежда. Вот тут детские всякие игрушечки. Женская одежда. И Кромвель возомнил себя избранным богом за чистоту религии. Собственно, слово «пуритан» идет от слова «пур», просто чистый, незагрязненный. А с точки зрения пуританов, вот эти вот католики со всеми их изображениями, реликвиями, всякими индульгенциями загрязняли правильную христианскую религию. Это портрет Кромвеля, а это его жена, у которой было несколько детей. Это вот старший сын Ричард Кромвель. Когда его отец умер, вот видите, отец прожил 59 лет, умер от малярии, его место занял сын, но сын был не таким сильным и харизматичным, как его отец. Так что сын остался неудел и вернулся король. Вернулся король, который, собственно, установил монархию. И вот тогда приказали вытащить останки Кромвеля из могилы. И с ними сделали все, что хотели, чтобы наказать уже после смерти этого человека. Здесь мы видим других сыновей и дочерей Кромвеля. Вот они. И вот рассказывается, что стало с детьми Кромвеля. Вот тут умер в детстве,
кто-то стал важным господином, кто-то вышел замуж за важного господина. Вот рассказывается, что когда Оливер переехал жить сюда, или он стал таким более важным человеком. До этого он просто был провинциальным помещиком, как его папа. Он был не бедным, не настолько важным. Да, то есть он вошел в историю уже после 40. Вот. Ну, а жена должна была быть домохозяйкой, естественно, с кучей детей, четверо дочерей дома, сыновья в школе. Работала по дому, ухаживала за садом, огородом. Хотя вообще она была госпожой. Так вот, можно сказать, с подачи Кромвеля началась английская гражданская война. Вот видите, дата. 42-1651 год. Войн было несколько, по-моему, три. И войны выражались в восстании сторонников Кромвеля против английской короны и также в конфликтах между пуританами и католиками. Вот видите, что написано, he was even invited to become the king of England. То есть его пригласили, этого Кромвеля, стать королем Англии. Так что Кромвеля можно назвать зачинщиком войны, хотя у него не было большого военного опыта, но он быстро научился. И его очень любили его солдаты, за него готовы были умереть. Вот такой вид из окна дома Кромвеля. Здесь подробно рассказывается история войны, войн и география войн. Тут показывают места самых важных битв. Вот это Лондон, а вот это Илли. А мы находимся сейчас вот здесь. А это Камбридж. Видите, как близко. Вот рассказывается, что в ту эпоху даже была создана новая модель армии. Национальная и профессиональная армия. Очень хорошо сделан музей, мне очень нравится. Тут можно посмотреть фильм на стене, перенестись в эпоху, да, этой войны и, ну, примерить на себя доспехи. Вот это вот костюм, скажем так, солдата, еще можно даже поиграть. Вот это вот оружие, которыми пользовались воины в 17 веке. Вот такой походный уголок. Ох, пожалуйста, мушкет. Вот это вот там держали порох. Значит, скача к победе, скажем так. Вот он был лидер Оливера парламентского кавалерии. Да, кавалерия, насколько я понимаю, да, что вот эта вот кавалерия была элитой армии с обоих сторон гражданской войны. Вот рассказывается нам о том, как жили солдаты. Очень подробно рассказывается. Ну, конечно, предметы это все новые, но воспроизводят то, что было. И показывают нам, как отрубили голову королю. Короля звали Чарльз Первый. А почему, собственно, его отрубили голову? Потому что он сбежал в Шотландию. А он был также королем шотландцев. И начал договариваться с ними, чтобы шотландцам ему помогли в войне против этого Кромвеля. Вот, а мы знаем, что англичане и шотландцы друг друга, скажем так, не очень любят. И поэтому, когда англичане его поймали, ему отрубили голову за предательство по отношению к Англии. Вот. И написано, что в Англии больше нет монарха. А англичане убили его, своего короля. Было это 30 января 1649 года. 59 человек, мужчин, подписали приговор о смерти короля. Тут вот портрет Кромвеля в полный рост. Немножко отсвечивает. Попробую так вот показать.
Вот он добился своего и умер, повторяю, от своей смерти, от малярии. Так что смогли казнить, наказать только его останки. Вот так вот он был одет, якобы. Lord Protector, ну или защитник, то есть это звание получил Кромвель. Когда Первая гражданская война закончилась, вместо английской монархии стала это Commonwealth, скажем так, республика. Это была единственная английская республика вообще в истории, которая правила парламент. И Оливер Кромвель стал председателем парламента, скажем, президентом республики. Вот, его пригласили стать королем, он отказался. Он был несколько лет этим лордом. Но, видите, вот к его смерти уже в 1658 году общее настроение общества хотели все-таки вернуть короля. Вот там рассказывается об ирландском восстании. А, то есть там современные события, это все отголоски вот того давнего прошлого. Так что историю надо знать, чтобы понимать настоящее. Вот сейчас мы входим в комнату, которая была похожа кабинетом Кромвеля. Вот там он тут сидит за столом, видите, качает головой возле камина. И здесь написано. Тут уже рассказывается о его периоде, когда он был этим лордом-протектором, ну, скажем так, президентом республики. За год до своей смерти он отказался от короны. И его жена, по-моему, умерла как раз тоже за год до его смерти. Вот как раз в этой комнате и висят вот такие вот плакаты, кто он был. Герой или злодей, потому что до сих пор о нем нет однозначного мнения. Да, и до сих пор англичане считают по-разному. Это голосование посетителей в прошлом, да, нет, в этом году, 2023 год. Вот смотрите, в январе 61% считал, что он герой. Видите, как даже по месяцам меняются. Но большая часть, примерно 60%, считает, что он герой. Ну, то есть посетители этого музея. Ну, многие считают, что он был злодей. Я тоже, кстати, могу проголосовать. Можно взять, значит, скажем, сумочку с мушкетом и положить пустую сумочку во вторую сумку. Ага, значит, здесь злодей, а здесь герой. Вот здесь вот злодей, а здесь герой. Как вы считаете? After being hanged at Tyburn, the head was cut off, placed on top of a pike, and displayed above Westminster Hall. But on the night of a great storm, because the presence of the ghost, always, yes, when the ghost arrives, it came cold. Они рассказывают, что в этой комнате иногда появляется призрак Оливера Кромвеля. Мне музей показался очень интересным. Мне вообще нравится, знаете, старое здание, такие костюмчики. К тому же, действительно, это очень важный человек для английской истории. Но не скажу, как я проголосовала. Вот внизу уже такой приятный магазинчик с местными вкусностями и сувенирчиками. И иду дальше знакомиться с городом. Только сейчас, 3:30, у меня появилось время для старого города. Настолько интересный или кафедрал, вот этот музей. Причем 3:30 уже темнеет, уже туман, уже что-то накрапывает. Уф. Ну, все, что придется идти открывать по ночной Эле. Или.